Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, и Твоя слава простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Аллилуйя! Давайте еще воздадим Господу громкую-громкую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус, Ты достоин всей славы! За все, за все, за все! Прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить. И тебя благодарить за солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю.
служить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою. Просто я тебя люблю, прославлю, вознесу за небесную красу. Буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою. Просто я тебя люблю. Святой, мы превозносим Тебя, великий и могущественный Бог. Аллилуйя. Повернись друг к другу, скажи, у Тебя великий и могущественный Бог. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. И мне нравится решение Аввакума. Это его решение было в 3 главе 17 стиха. И мне так нравится, он принял это решение. И я всем сердцем верю, и мы читаем дальше, что это принесло успех. Когда мы принимаем решение в пользу Бога, славить Его, хвалить Его, это обязательно принесет нам успех. И Аввакум говорит: хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда... Церковь, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Скажи, Господь Бог, сила моя. Еще скажи, Господь Бог, сила моя. Господь Бог, сила моя. Аллилуйя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Мы будем дальше прославлять Бога. Мы будем дальше воздавать Ему славу. Аллилуйя! Ну что, будем, детки, танцевать сейчас? Будем веселиться, да? Будем прославлять нашего Бога. Аллилуйя! Слава Тебе, Святой! Слава Тебе, Великий! Слава Тебе, Могущественный! Аллилуйя! Идите танцевать будем. Все будем танцевать. Еще. Побежали навстречу к Иисусу. Его имени спасенье, радость, исцеление. Бог Создатель мира, князь, Ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать о милости Твоей. Бог излил любовь на всех нас, Он даровал прощение. Его имени спасение, радость, исцеление. Бог Создатель, мира князь, Ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать, и побежать к Тебе. Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам небеса. Воспою Тебя, ведь Ты святой. Аллилуйя!
имени спасение, радость и исцеление. Бог создатель мира, князь, ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать о милости твоей, вечно буду славить лишь тебя. Ты открыл нам двери небеса, посмотрю тебя, и ты святой. Аллилуйя, аллилуйя. Вечно буду славить лишь тебя. Ты открыл нам двери небеса, посмотрю тебя, и ты святой. Аллилуйя, вечно буду славить, вечно буду славить лишь тебя. Давайте все вместе!
Теперь один хор поет. Иисус, это все тебе. Это все тебе, любимый наш. Мы славим тебя. Мы превозносим тебя. Мы очень сильно любим тебя. Мы славим тебя, святой наш. Аллилуйя! 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 О, аллилуйя! Поднимем свои ручки. Детки, давайте поднимем свои ручки к небу. Давайте все вместе скажем: Иисус, я так сильно люблю тебя. Скажи еще: Иисус, я так сильно люблю тебя. Еще как можно громче скажи это: Иисус, я так сильно люблю тебя. И воздай ему еще славу. Аллилуйя! Еще воздаем аплодисменты. Слава тебе, слава, 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 слава. Иисус, тебе вся слава. Аллилуйя. Господь, мы просим тебя, благослови, Господь, наших детей, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, благослови, благослови, Отец, на
воскресную школу, Господь. Мы сегодня высвобождаем слово в их жизнь, что это Твои миссионеры, Отец, это Твои евангелисты, это Твои пророки, Твои учителя, пастыря, Отец, аллилуйя. Это люди Божьи, которые будут нести свет этому городу, нашей стране и до края земли. Мы говорим сегодня в их жизнь. Ни одно оружие, сделанное против них, не будет успешным. Мы призываем сегодня кровь Иисуса Христа на дух, душу и тело каждого ребенка. И мы говорим сегодня, лукавый ничего не может. Он бессилен. Он бессилен, потому что они выбрали путь жизни. Они выбрали Иисуса. Господь, и мы сегодня благословляем, что мудрые речи будут исходить из уст детей, которые будут спасать взрослых, которые будут спасать родителей, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя, Святой. Мы славим Тебя, великий Бог. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя сегодня. Мы благословляем наших детей. Мы благословляем наших детей. Мы благословляем наших детей. И мы говорим сегодня, что они принесут жизнь нашей стране. Они принесут жизнь нашей земле. Слово, которое исцелит нации. Слово, которое будет исцелять жизни. О, слава Тебе, Святой! Они будут петь, Отец, пророческие песни. Будут играть пророческую музыку. Будут пророчествовать этой земле, и она будет давать урожай. Слава Тебе, Святой! Мы благословляем наших детей. Это Твои дети, Отец. Это Твои дети. Благослови, Господь, на занятия, чтобы они впитывали все то, что Ты им будешь давать сегодня, Боже. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, любим Тебя и славим Тебя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Детки, проходите на воскресную школу. Аллилуйя. Вы просто молодцы сегодня. Давайте воздадим Богу славу за наших детей. Они сегодня просто молодцы, такие нарядные, красивые. Аллилуйя. Воздай, воздай славу нашему Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! Воскликни Господу вся земля! И воспойте славу Богу нашему, все народы! Господь, мы будем славить Тебя, величать Тебя, петь Тебе хвалу днем и ночью, воздавать Тебе честь и славу, потому что Ты один достоин! Аллилуйя!
Царство Твое неисследимо, непоколебимо, Царствие Твое. Господь Саваоф, который был, который есть и который снова грядет. Свят, 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 свят. Красота Его, красоту Его невозможно описать словами. Если собрать сияние всех драгоценных камней, то Бог ярче. Наш Господь ярче. О, как велик Ты! О, как велик Ты, Создатель наш, Отец наш, Бог наш! Как велик Ты! Славе Твоей нет конца, милости Твоей нет конца. Освобождающий, о, сильный, крепкий, мощный, твердыня моя, упование мое. И мы славим, славим Тебя, и мы славим, славим Тебя, и мы славим Тебя, Господь, славим имя Твое.
которым надлежалось бы нам спастись. Это имя Иисус. Это имя Иисус. Оно так сладостно. Кто устал пути, Его имя освежит. Кто уже разочаровался в жизни, имя Иисус обновляет. Кто устал от болезни, имя Иисус исцеляет. О, кто устал от проклятий, Он освобождает. Он освобождает. Аллилуйя, Иисус. Поклоняемся Тебе, Господь. Мы славим Твое святое имя. Подними свои руки к Нему. Иисус. Иисус. Тебе делай, что Ты хочешь в наших сердцах. Делай, что Ты хочешь в наших жизнях. Делай то, что Ты хочешь, Святой. Мы любим Тебя. Скажи в своем сердце, Господь, я прошу Тебя прямо сейчас. Делай то, что Ты хочешь. Делай то, что Ты хочешь. Да будет воля Твоя. Скажи, не моя, Господь, но Твоя. Твоя да воля да будет.
милосердным, долготерпеливым, щедрым и заботливым Отцом. Мы поклоняемся Тебе. Мы просим, чтобы Ты сегодня наполнил наши сердца Твоим миром, который превыше всякого разумения, понимания. Сохрани наши сердца в покое. Я прошу Тебя, Дух Святой, наполни сегодня каждого человека на этом месте. Я молю Тебя, чтобы каждый из нас сегодня изменился, чтобы каждый из нас ушел сюда другим, с правильным сердцем, с правильными мыслями. Я прошу Тебя, Боже, благослови, коснись каждого человека, чтобы тьма рассеялась и пришел рассвет в жизнь каждого из нас. Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся Тебе. Мы ожидаем, Господь, Тебя. У Тебя в устах есть ответ. Говори сегодня в нашу жизнь. Говори, Господь, в наши обстоятельства. Дух Святой, скажи сегодня слово каждому из нас. Аллилуйя. Проговори, Господь, слово жизни. Проговори сегодня слово жизни. Аллилуйя. Возьми мое сердце мое, измени, подними, подними на высоты свои. Аллилуйя. И делай, делай, что ты хочешь. Светом, Твоей любовью, Твоим миром. Научи меня жить для Тебя, искать Твоего лица, следовать за Тобой, делать то, что Ты хочешь. Боже, научи меня жить совершенной жизнью во Христе Иисусе. Ибо Ты Бог совершенный, святой, истинный, непревзойденный, назвал меня по имени и сказал, что я Твой. Боже, благодарю Тебя, что у нас есть позиция перед Тобой. Ты дал нам власть называться и быть детьми Божьими. И сегодня, Господь, мы предстоим пред Тобой, как Твои дети, ожидающие Тебя во спасение. Я молю Тебя, приди сегодня в Твоей силе, в Твоем духе жизни и освободи всех пленников, всех, кто сегодня в рабстве греха, смерти, болезни, нищеты, разочарований, страхов, неверия. Освободи сегодня каждого человека на этом месте. Ибо Ты имеешь силу и власть, и ее дал Своей Церкви. Ты дал нам сегодня наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражью. И ничто нам не повредит. И мы сегодня наступаем на всякую силу вражью в нашей жизни. Мы разрушаем все дела дьявола. В наших домах, в наших семьях, в наших душах, в телах, во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, Господь, Твою победу. Мы провозглашаем Твое царство, приходящее в силе. Мы провозглашаем Твою власть на нашей территории жизни.
Твое имя превыше всякого имени. И мы склоняемся перед Тобой, как Твой народ, в ожидании Твоего прикосновения, в ожидании Твоих чудес, Твоей славы и силы. Дух Святой, приди, коснись нас. Дух Святой, наполни нас. Аллилуйя. Сердце. Мы нуждаемся в Твоем Слове жизни. Обнови нас и подними нас. Ты наполнил наши уста хвалой, чтобы в этот день вознести Тебе славу, чтобы мы поклонились Тебе в духе и в истине. И мы это делаем сегодня, ожидая Тебя, Бога Великого и Всемогущего. Ожидая Бога сильного, Бога крепкого, действующего в нашей жизни. Твои обещания в нашей жизни да исполнится. Я молю Тебя сегодня о каждом человеке, кто верит, кто ожидает чуда, кто ожидает перемен. Я провозглашаю, грядущие перемены идут в нашу жизнь. Перемены во славу великого Бога. Перемены во славу Иисуса Христа. Ибо во всем в нашей жизни должен прославиться Иисус Христос, Сын Бога Живого, который родил нас Своим Словом, который вознесен был превыше небес и привлек нас к Себе. Аллилуйя! И мы сегодня, Господь, Твой народ, поклоняемся Тебе, превозносим Тебя и прославляем Твое святое имя, великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь! Аллилуйя! Моя жизнь, возьми вот сердце мое. Даем Богу великую славу, великую хвалу, и мы поклоняемся Ему в духе и в истине. Аллилуйя! Дай Богу большую славу за Его милость, за Его благодать, за Его любовь, за Его силу, за Его терпение, за Его милосердие. Аллилуйя! Аллилуйя. Да будет прославлен имя, да будет прославлено имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Дай Богу еще славу. Аминь.